Ливн-Мценск, Болхов, Дмитровск, Малоархангельск и Новосиль примут участие во всероссийском конкурсе на лучшие проекты создания комфортной городской среды. Он проводится в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». В конце минувшей недели региональная межведомственная комиссия одобрила 6 конкурсных заявок. Всероссийский конкурс на лучшие проекты создания комфортной городской среды впервые был проведен по поручению президента в минувшем году. Почти 500 заявок поступили со всей России. Свыше 40 регионов стали победителями и получили федеральное финансирование на реализацию проектов по благоустройству. В итоговой городской сессии общественного проектирования, которая состоялась в архитектурно-строительном институте 13 марта, принял участие губернатор Орловской области Андрей Евгеньевич Клычков. Он обратил наше внимание на и подчеркнул важность формирования команд для реализации проектов развития территорий. И итогом вот первого этапа совместной нашей работы стало формирование максимально возможного количества заявок. То есть у нас на данный момент 6 из 6 возможных заявок от малых городов Орловской области, они подготовлены.